Ну вот, мы надули пневмомодуль, качать до конца не стали, просто так, чтобы было понятно. Размер 5 на 3, вес 45 килограммов. Вот здесь стенка поднимается с этой стороны. Сделана липучка для того, чтобы стыковать две палатки паровозиком в одну. Вот здесь вход небольшой, тоже все на молниях. Все это поднимается, заворачивается. Крепится она к баллонам посредством вот таких растяжечек. Снизу мы видим пол, окошки. Вот здесь специально для освещения сделаны петелечки. Вот здесь молния. Вот. Здесь клапан с одной стороны и клапан с другой стороны. Вот сюда мы вставляем шланг. Надувается, сдувать. Вот. Просто поворачиваем ее. Вот она сдувается.